Вот эта экзотика, но она даже огорожена, потому что это самая опасная обезьяна вообще. Так ты посмотри, какая она мощная. Это она пришла показать на задницу свою, 100%. Да. Она сидела там и уже знает. Так, пошел. Ой-ой-ой-ой-ой, какая большая. Посмотри, вот так. Важно, я посмотрела, что ты хочешь от меня. И пошла дальше. Или пошел. Не знаю, как пошел, но пошел очень уверенно. Ну, такое ощущение, ну, чего бы ей не подняться на две ноги и не пойти, да? А. Чего ей не достает? Чуть-чуть координации движения. Ну, встала и пошла. Ладно, с этим заканчиваем.